Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Шалом, дорогие друзья! И сегодня у нас в гостях Эли Дорфман, мессианский пастырь из Израиля, общины «Живой Израиль», да, города Кармиэль. И вы знаете, это очень удивительная возможность встречаться с такими людьми, как Эли. Потому что Бог очень сильно трудился в его жизни, и мы хотели бы услышать твое свидетельство, как именно ты встретился с Иешуа, и что произошло в твоей жизни, почему ты стал, в общем-то, мессианским служителем. Окей, спасибо, да, за возможность поделиться. Родился я в городе Санкт-Петербурге. И родился я в такой еврейской семье, очень такой традиционной. Моя дедушка с бабушкой, они были, я не зовут религиозными евреями, но традиционными. То есть мы праздновали все еврейские праздники в советские времена. Маца тебе известно? С детства, да. И молитвы на идыш, разговоры, молитвы на иврите, это все... Собирались на праздники еврейские, дедушка постился даже в Йом-Кипур. Даже так? В советское время это было, да. Вот, поэтому я вырос в одной квартире с бабушкой, с дедушкой, и с детства она вложила в меня эту еврейскую идентификацию. Я помню всегда, помню, что ты еврей, помню, что ты еврей, что ты не как другие, то есть это было... И это было не опасно, вот вся та деятельность, которая была? Или они соблюдали... Ну, я помню, дедушка останавливал, там, слушали голос Израиля, там, под подушкой, то есть там было такое, да, конечно. Я много страдал очень от антисемитизма, меня очень гнали сильно, обзывали постоянно, то есть я так страдал достаточно сильно от этого, вот. И в 90-м году, как бы, мы дождались этого времени, вот, и выехали в Израиль. Вот, а в Израиле я, ну, учился в школе, вот, потом достаточно быстро, то есть, и в 95-м году я пошел служить в армию. Вот, и, ну, в школе мы изучали Танах, все, то есть, я достаточно хорошо это все знал. Истории. Ты был своим человеком, когда ты выехал в Израиль, ты, в общем-то, понимал, что к чему, потому что, в общем-то, культура приехала. Ну, мне было 13,5 лет, конечно, это было много всего нового, но, как бы, в принципе, да, то есть в школе учился, и, в общем-то, вся моя такая идентификация была, понимание, что я еврей, израильтянин, вот. И еще в возрасте 13-14 лет у меня была в Израиле встреча со свидетелями Иеговы. Такая интересная. Но через них Бог тоже интересно действовал, как бы он такое посеял во мне такое семя интереса к христианству. Ну, они говорили, что истинные христиане и так далее. Да, да, да. Вот. И это для меня было так интересно. У меня родители тогда запретили к ним ходить, но как-то мне понравилась вот идея такого христианства, любви какой-то. То есть, когда мне было 19 лет, я уже начал служить в армии, я ехал в поезде, встретил одного парня, солдата, и он сидел и читал Библию. Что было удивительно для меня, вот молодой человек такой, мы разговорились, что начал задавать ему вопросы, и он меня пригласил в церковь. Именно церковь? Церковь, слово церковь, да. И я... Испугало тебя? Испугало, конечно. Ну как, то есть я был в каком-то поиске таком, что-то было внутри, какое-то некое одиночество такое, хотя я был, в принципе, не каким-то там забитым мальчиком, но что-то был какой-то поиск. И я думаю, а где у нас церковь в городе? Это я подумал. То есть церковь для меня это здание с крестом. Здание, да. Купола. Здание с куполах. Я думаю, а где у нас церковь? То есть, ну, я не... Говорит, ну, послушай, церковь — это община, это не здание. Но для меня это было так странно. Вот. Но я так скептически к этому отнесся. Но хотя потом через неделю опять еду и как бы случайно опять встречаю его. Того же человека. Да, я возвращался со службы раз в две недели и как раз вот еду опять в поезде, его встречаю. Ну и опять говорит, приезжай, вот тебе телефон, заходи у нас в субботу собрание. Вот, оказалось, я жил в Акко, это там был старый город такой арабский, там они снимали помещение у арабов-христиан. Ну, так получилось, я пришел. И, ну, что мне повезло, что это не было служением, потому что, наверное, служение, там, молитвы, всякое такое, мне было бы сложно. Но у них был первый урок библейский. Mm-hmm. То есть начиналось библейский. То есть это было по-еврейски, в общем? Не то, чтобы по-еврейски, нет, это было, это просто был библейский урок. Вот, и когда я зашел, то есть проповедник проповедовал об Аврааме, я помню точно, Бытие 12 глава, жизнь Авраама.
Я был достаточно удивлен. Как бы я знал эти истории со школы. Я мог процитировать там комментарии раввинов по этому поводу, что они там говорят и так далее. Но я помню, он говорил об Аврааме, как будто бы он имеет к нам отношение, как будто бы вот сейчас можно что-то научиться о его жизни. Это для меня было удивительно, даже какой-то, что Танах как-то жил, то есть это живое что-то, вот. Ну, мне упаковали, там дали Новый Завет современный, я помню книгу Билли Грэма «Мир с Богом». Mm-hmm. Вот, и тогда начался мой духовный поиск. То есть это длился, наверное, в течение года. То есть я служил в это время в армии, было очень мало контакта с верующим. Я возвращался раз в две недели вот на эти уроки библейские. То есть в основном мой поиск проходил один наедине с Богом. То есть я сидел, читал, сколько было времени в армии. И возможно было в армии иметь Библию? Ну да, не проблема, в принципе, в общем-то, была Библия. Я помню, сидел в синагоге, то есть в каждой базе военной есть синагога. Но там мало кто там шаббат отпразднует, то есть, а потом она свободная. Для меня это было время уединиться. Больше там никто не приходил в эту синагогу. Люди еще удивлялись, что ты сидишь, вроде не религиозная, а сидишь в синагоге. Вот, для меня был поезд духовный. И передо мной стояли такие, ну, чисто, я думаю, такие еврейские вопросы, какие-то стоят перед каждым евреем. То есть это были следующие вопросы. Если действительно Иешуа, он мессия, то почему раввины не узнали его, да? То есть я, ну, видел... Хороший вопрос, да. Потому что люди умные, на самом деле образованные, могли бы разобраться. Да, потому что, ну, я встречался с раввинами, меня даже в лагере было религиозным. То есть я понимал, скажем так, это серьезная машина такая. То есть я видел очень много негативного в этой религиозности, но я всегда думал, ну, как это может быть? Думаю, день и ночь они изучают Тору, и они не поняли, что он мессия. А почему, ну как бы, что я или вот эта группка небольшая людей, я больше никого не знал из верующих, да, вот эта группка там 20 человек верующих, что мы, неужели мы умные? Самые умные. Да, ну как бы у меня всегда такой был, ну как это, мы что, самые умные? То есть я не мог этот вопрос понять. Второй вопрос был, помню, а где истинные христиане? То есть я, ну, не мог понять, как бы, я просто знал историю антисемитизма, гонения во имя Христа, убивали евреев. Думаю, где истинные христиане? То есть те, которые соответствуют тому, чему они учат. Да, потому что, ну, все, что я знал, это там православные, понятно, там типа неверующие, ну, как бы в моем представлении, да, то есть там католики там тоже типа неверующие, ну, типа протестанты, и вот мне сказали, что вот мы протестанты, ну, как бы, что я понимал, да, скажем так. Мне объяснили там на пальцах, что вот есть номинальные верующие, неноминальные, я никого не знал, да. Вот эта группа небольшая верующих. Вот, ну, другие вопросы, если Бог был... Как же 6 миллионов евреев погибло в Холокосте? Ну, вопросы, которые для меня, как для, ну, как бы были такие. Вот. Ну и вот много было вопросов. Я как-то молился, читал Ветхий Завет, сравнивал эти пророчества, там, вот, книгу Билли Грэма, Новый Завет. И это был поиск духовный. Для меня, наверное, самое главное, было два момента. С одной стороны, Бог начал показывать мне мою греховность, да. То есть я думал, что я хороший мальчик, я всегда хорошо учился в школе и так далее, я идеальный. И тут Бог начал духом, потом я понимал, духом всегда показывать, что я не такой хороший, да, что я грешник. Это была одна параллель, как он мне открывался. А вторая, это было чисто, что у меня были вопросы, но я еврей, да. То есть если я приму Иешуа, то и вот этот страх был всегда, который я знал, что раввины говорили об этом всегда, выкрест. Перестанешь быть евреем. То есть это для меня был самый страх, то есть как папа когда сказал, что если бы дедушка узнал, что ты уверовал, он бы в могиле перевернулся. Да? То есть это такое, это, ну, я не мог, то есть как это, я еврей, оставить еврейство, это было ужасно. Ты подозревал, что семья может отказаться от тебя? Семья нет, дедушка с бабушкой уже умерли тогда, папа с мамой, в принципе, не были верующими, но все равно, конечно, это такой, это шок, это как бы, чтобы отказаться, но я никого не знал, кто еще был верующим молодой, это вот этот вопрос, почему именно я? То есть я не мог понять, ну как я вот, я начинал понимать, что это истина, да, но все-таки, ну почему я, почему столько много других не думают об этом люди, то есть я не мог, ну как бы, когда ты один, это сложно очень, вот, и, ну Бог как бы начал через разные обстоятельства показывать мне, что это именно евреи, то есть мне нужно было убедиться, что христианство, оно еврейская вера, да. Ну да. То есть и через разные моменты, даже через книги раввинов, когда я открывал в синагоге и начинал читать и понимал, вау, как бы они говорят о вещах, которые находил в Новом Завете, я начинал понимать, слушай, как бы Новый Завет это еврейская книга. То есть это пришло со временем, это осознание, да. Или сразу, когда вот я слышал свидетельства людей, которые открывали Новый Завет и говорили, вау, это тот же стиль, тот же подход, нет, та же мышление. Это пришло со временем, это было, скажем так. Самое, наверное, шокирующее для меня было,
когда я открыл книгу раввинов о смысле воды. Я читал о водном крещении, я всегда думал, нет, это языческий обряд, я стану не евреем. И я помню, это было явно от Бога. Я просто взял книжку, в синагогу я зашел, да, еврейскую книгу религиозную, открыл, и там писали раввины о воде. И они такие глубокие вещи, они говорили о рождении свыше, о смысле глубине воды. То есть я просто понял, что погружение Твила – это настоящая еврейская тема, и что, погружаясь в Иешуа, я становлюсь настоящим евреем. Что все, что Иешуа призывал, и Иоанн Креститель, для меня вдруг стало ясно, насколько оно все еврейское. Стало на свои места. Да, что это все еврейское, это все разговор, диалог внутри еврейский был. Просто вот он, мы так привыкли, что он вот одет вроде бы в одежды такие, для меня было не еврейское, да. Это пришло осознание. Это стереотипы определенные. Стереотипы, я жил в этих стереотипах, да. Скажем так, и что, это все, что я знал. Помнишь ли ты такой момент, когда именно вот произошла эта встреча с Иешуа? Или это был процесс, и ты вдруг понял, что ты уже... Давно... Я иногда смеюсь, меня спрашивают, когда ты покаялся? Я сказал, я никогда не читал молитву покаяния. И меня смеются, давай, может, сейчас... Время. Время, день спасения сегодня. Как ты? Мне говорят, ты никогда не читал молитву покаяния? Господи, прости, что я грешник. Нет, не читал никогда. То есть я сам думаю, то есть это был просто момент, когда я понял, это истина, это правда. Бог, Иешуа, Мессия, Он умер за меня, я верю в это, я принимаю Его своим Спасителем и Господом. И как-то я помню, пришел просто к пастору, сказал, что я готов креститься. То есть я понял, что это истина, и я готов креститься, потому что я понимаю, что это нужно сделать. Что это правильно. Это правильно, да. То есть для меня это было, это истина, и я ее принимаю. То есть потом уже меня там научили каким-то правильным формулам, но как-то вот не было этой формулы какой-то вот одной встречи. Это были какие-то моменты. Разные переживания Бога удивительные, скажем так, не было какого-то такого одного, что вау. Постепенно как-то Бог открывался. Для меня это всегда было постепенно, осознание, постепенное озарение. Как будто вот ты вот просыпаешься, и тьма проходит. Она годы, оно проходит. Я верю, что до сих пор оно так для меня. То есть безусловно. Это... В свете твоем мы видим свет, написано. Совершенно. То есть наша жизнь, она постепенно открывается в Боге. Чем ближе мы приближаемся, тем больше мы видим, насколько нам нужно еще работать над своей жизнью. А что подвигло тебя стать служителем? Служителем. Я думаю, что... я верю, что это призвание от Бога. То есть... Ты почувствовал, как-то пережил это? Да, 100% я знаю, что Бог начал говорить в мое сердце, что Он призывает меня быть пастором. Я помню, я был в шоке от этого. Я думал, это чушь, ерунда. Были мысли, да ты что-то о себе вообще думаешь, кто ты такой? Я помню эти искушения такие, внутри побуждения такое... Я призываю тебя быть пастором, служить. То есть у меня идея заботиться о людях, там, проповедовать, она как-то во мне горела. Я был 3 года верующий, я не мог понять. Я прихожу к пастору, я говорю, слушай, я, наверное, какую-то ерунду мне в голову лезет все время, думаю, что-то у меня такое, что вот Бог меня призывает быть пастором. Это наверняка ерунда, это как бы гордыня и так далее. И он говорит, да нет, говорит, я подтверждаю, что я вижу, что в тебе есть это призвание. Тогда я успокоился, понял, что это, видно, Бог ко мне говорит в сердце. Получаешь ли ты удовольствие как пастырь от своего служения? Я думаю, что это служение Богу ты всегда, и боль, и страдания, и удовольствие, все вместе микс, да, то есть оно идет вместе. То есть иногда удовольствие, иногда страдания. То есть ты понимаешь, что ты делаешь то, что Бог тебя призвал делать, нравится тебе на сегодня или не нравится. Иногда Бог вознаграждает, и Он тебе говорит, делай что-то, что я тебе говорю, делай, даже если оно тебе не нравится. Что является для тебя самым таким существенным вызовом? Что вот дается сложнее всего? Если возможно об этом говорить. Сложнее всего? В служении или в чем? В служении, да. Вот мы говорим о служении как пастыря. Может быть, это люди, может быть, это внутреннее что-то какое-то. Как в том анекдоте, да, что хорошо быть пастором, если бы только не люди. Да. То есть люди всегда остаются людьми, да. То есть люди – это тот, скажем так, тот вызов, с которым ты сталкиваешься. Каждый человек как индивидуальная жизнь, личность, своей историей, со своим прошлым. Я думаю, что в конце концов… сложно сказать, но мне кажется, вызов — это не люди, вызов — это я, это моя борьба со своей плотью, это моя борьба, это Якова борьба с Богом. То есть, в конце концов, то есть, если у меня нет личных глубоких отношений с Богом, я не могу служить людям.
И Бог постоянно призывает где-то глубже в отношения с Ним. Он призывает отказаться от чего-то, нести в чем-то крест. И я думаю, это всегда вызов, как бы, а остальное уже следует потом, поэтому больше всего, наверное, это борьба с самим собой. Скажи, как ты думаешь, ну, такой гипотетический вопрос, насколько сильно отличается служение мессианского пастыря в Израиле и в диаспоре? Хороший вопрос, да. Я думаю, отличается тем, чем, в принципе, что и происходит в реальности, что мессианские общины в диаспоре очень сильно отличаются от тех, которые в Израиле, да, отсюда это разделение на церкви и общины в диаспоре. Потому что, как я это понял, да, то есть, когда столкнулся вот с общинами мессианскими здесь, здесь как бы для евреев как бы важно доказать, что они евреи, да, то есть доказать это еврейство. В Израиле этого не существует, да, то есть, потому что, ну, как бы мы как бы это понятно, что мы евреи, да, там, то есть не нужно соблюдать шаббат, чтобы доказать, что ты как бы еврей. Мы и так соблюдаем шаббат, и так соблюдаем праздники, вот. Кроме этого, например, форма, да, вот мессианская, да, с, ну, скажем так, цицит, талит, и это хорошо, но в Израиле просто мы не, ну, скажем так, так как вокруг нас религиозные евреи, да, то это будет действительно, это сложно, скажем так, потому что это будет выглядеть немножко как игра, и все равно они это не примут, то есть для них, скажем так, это обман. Все равно это не то, что заявлено. Это не то, что заявлено, то есть для них это, скажем так, поэтому даже израильтяне, то есть, ну, иврогоговорящие общины в основном, они не той мессианской формы, которые, ну, часто встречаются здесь, да. Они очень мало, минимум общин, они именно такие традиционные, с Торой, с литургией, скажем так. Хотя лично мне это очень нравится, скажу честно, да, я, наверное, хотя я вообще не служу, ну, как бы, опять же, у нас нет такой формы, лично мне очень нравится, я люблю читать Сидур, молитвенник еврейский, мне нравится тема литургии и так далее, но я понимаю, что это лично больше для меня, но, скажем так, для людей, ну... Это сложно. Это сложно, да, скажем так. Хорошо, спасибо большое за свидетельство, дорогие друзья. Это был Эли Дорфман, мессианский пастырь из Израиля, город Кармиэль, живой Израиль. Вы знаете, его служение, оно непростое. Поэтому, когда вы будете сегодня вечером или, может быть, в другое время молиться, помолитесь за эту общину, помолитесь за это служение. И где-то там у Господа будут услышаны эти молитвы, и мы верим, что вот такие молитвы согласия, они дадут хороший плод. Спасибо большое. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.